Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 708. События дня. Послание апостола Павла к евреям. 9 глава, 27 стих. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. За 20 ноября 2017 года. Ну, просто советую всем прослушать. Называется по-русски. Зарядите в Ютубе «Боль православной души». И вот как она выглядит. Раба Божия Анастасия, 6 лет девочки. Она считает стихотворение одно, трогательное такое. Ксения Юрова. Благодарю вас, дорогой наш Игнатий Тихонович. Кажется, с Америки. Сразу же, как услышала на собрании об этом видео, зашла на ваш форум и в новых сообщениях нашла публикацию со ссылкой на ролик. Без слез смотреть и слушать невозможно. Вот как. Юрий Соболев. Только молитва слезная ко Христу и при помощи благодати Божией, труд, благовестия и свидетельства, иначе никак. Вчера Игнатий Тихонович на литургии священник подгонял певщик-то, сам весьма динамично молился, уложился, литургия уложилась чуть-чуть больше часа. И знаете, то, что нужно, как по мне, собранная молитва, мысли не бегают, все аккуратно, а дальше бы минут на 30 учения, проповедь, а нет, эх, вот был настоящий подходящий формат. Ко мне заходит Рустам. Игнат Тихонович, если можете, скиньте мне, пожалуйста, наш скайп-видеоролик за 7 ноября 2017 года. А то я в Ютубе не нашел. Интересно на себя взглянуть со стороны сейчас. Люблю всегда сравнивать, сопоставлять, вникать в себя и Писание, наблюдать дни, месяцы, недели. Я думаю, вы меня поймете. Что интересно, вот другие боятся там, проходит какое-то время, согласились, все, уже человек, наверное, в общей сложности 10 набирается у меня. Уберите мой ролик, мне это мешает, там на работе его понижают, врет, все врет. Прямо наседают, уберите, я не убираю никогда, чего ради буду убирать. Ну и на этом все закончилось, видно, пытаются пакости сделать там, ну, что-нибудь такое. Ну, нельзя так. А это, наоборот, человек увидеть себя со стороны, как мы разговаривали, теперь время прошло. Вот это самый правильный подход. Огромное спасибо. Да, без боли не глянешь на меня. Работать и работать мне еще над собой. Да и гормональный сбой дает о себе знать. Глаза бегают, диагноз налицо. Извините меня, Игнат Тихонович. А я ему показал, где. Огромное спасибо. Это дважды повторится вот здесь, наверное. Вот я ему это дал. А он, вот где оно, его ролик. Вот он где. Вот. Все. Это вчера я мало тут сюда перенес. Время не было. Целый день такой. Вчера событие. Роман к нам приехал. Малыш тут по своим делам. Это событие. Тут Гликерия у Надежды. Ее пришел дядя сюда, это все разговор, вместе с ним посмотрели. Фильм удивительный. Володя Пенкин завел интернет. Вообще, весь неслыханно. Он только по монастырям всю жизнь ездил. У него монастырских открыток только была пачка дома, где-то выше метра. Он любитель такой. И вдруг вчера показывает, новый купил там смартфон, и вот теперь телефон такой, и там осет. А ну что там у тебя есть? Иконы, одни иконы фотографируют. Там он был в открытках, а теперь у него иконы. Меня, говорит, когда крестили, там имя мое было в Анифате, а назвали Владимир. А что Владимир-то? Язычник был. Ведь и питье, вина было, все. Ну, а что Владимир, значит, Владимир Иванович Пенкин. Вот это все события дня. Я больше тут вчера время провел, слушая новые ролики. Мне необходимо было проверить, ответы давать. Ну и вот, что у нас ресурсы. Мой мир, любимый мой, самый хороший из всех, какие есть в интернете. С ним ничего не сравнится. Вот я как-нибудь здесь, может быть, завтра даже начну показывать в моем мире, какая у меня была переписка. Да это невозможно, чтобы вот так красиво было все это. Ну, это невозможно. Так, я бы сделал и даже сейчас. Володя, подними у меня аппаратуру. Я туда зайду. На форум. А потом положить надо, иначе у меня сильно трясется. Мне там варить надо еще. Ну ничего, отойдешь. Я немножко только. Мне надо
форму сейчас открыть. Вот, смотри сюда. Вот он форум. О-о-о. Новое сообщение. Вот, теперь мне надо что? Поиск, общий поиск. Вот я сейчас открою. Здесь надо напечатать. Мой мир. Мой мир найти. Если я найду это, то больше ничего не надо. Мой мир. Переписка. Я его открываю. Вот так, мой мир. Ага. Ну вот теперь все. Я сейчас закрываю. Поставишь, и я начну показывать попутно. Почему он такой, мой мир, хороший? Я пропагандирую его. Так, давай сюда ставь. Потихонечку. Какая у меня переписка. Вот так. Идет. Вот в моем мире. В моем мире переписка. Я сейчас покажу, как, где в моем мире. Первая страница. Размышления мои на тему нахождения в моем мире. Некоторые и даже многие считают, что мой мир – это несерьезно. Слишком много легкомыслия, греха, открытая скверна, надменная злоба, хвастовства, блудом. И что вроде бы лучше всего быть в Одноклассниках, ВКонтакте, в Живом журнале и иных сообществах. Фейсбуке, Твиттере. Мое разумение дедское такое, что все перечисленное, что есть уже и несчастное, все все вместе взятое, не может составить, дать того, что дает мой мир. И лучшее доказательство этому то, что когда спрашиваешь недовольных моим миром, как они себя и свои таланты могут проявить для пользы своих друзей там, вне моего мира, то ответа практически ни от одного не получил за последние 2 года. Да и сам-то гляжу, торчат именно в моем мире, значит, общаться здесь легче. И в частном порядке вы спрашиваете именно по этой теме, и даже многих программистов и заядлых завсегдатаев паутины. Относительно многой грязи, где есть свобода, там присутствует грех. Можно даже сказать, закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Считаю, что на начале страницы, где имя и фамилия, там выделено место для краткой биографии, должна стоять как на паспорте, но может быть и более свободно, личное твое фото. Одного, конечно же, я никогда не приемлю. Не природа, зверюшки, пташки, цветы и чудища. А в последнее фото, моих картинках, там должны быть фото, отображающие тебя как личность. С детьми, в труде, на отдыхе, с семьей, с друзьями. И чтобы в эти фото было отражено твое личное «я», духовное и телесное. Кто ты есть, каков твой талант. Это я в мой мир написал. От Бога. И как ты употребляешь его на приращение. И что получит здешний, зашедший к тебе на страницу. Ну, вот я маленько покажу сейчас. Вы считайте сами. Вот я показываю свою фотографию. Видите как? И здесь вот, какую должность я занимаю, вот здесь слева. Вот. Дальше. Дорогой Сергей Николаевич, это я ему пишу, я буду брать выдержки из вашего письма, замечания и ответ мой. А, Добродеев Сергей Николаевич. Это, кажется, Новокузнецк. Он мне пишет, давайте я вам правду скажу о ваших рассылках. Никому не интересны перепечатки из сайта или с форума. В мире столько много происходит, что получать в рассылках просто фотки и рассуждения с форума, которые и так считали и согласны, никому не интересно. То есть, кто считал, чего, не знаю. А у него-то ничего и нету. И ответ, я говорю, и даю вам всего-то несколько писем за 2 дня частично. То есть, он никому не интересно. А вот теперь я показываю. Он сказал, ну и все бы, нет, я показываю его. Вот он что-то там питается, расстегнутый, вот, безбородый. Вот. Работал, большую должность занимал, уполномоченный по религиозным культам, как я понял. Евгений Мазалов пишет. Вот он фотографию присылает. Слава Богу за всех вас, за Потеряевку, которая записана на ладонях живого Бога. Вы чудесные дети, рабы Христовы. Христос воскрес.
А другая называется «Благодать пресносущего». Спасибо. Как же это приятно готовиться и красиво отмечать Божьи праздники. Это воспитывает молодежь и наполняет душу старцев особой радостью и благодатью. Да благословит вас Бог и дальше творить добро и продолжать Господни традиции, чтобы они не заросли колючками чуждых образов, обрядов. Вот, пожалуйста. Вот они трое стоят, смотрят. Видите как. Дальше Елисавета Натариди, Греция. Вот тоже фотография. Это за неполных 2 дня ко мне поступило в моем мире. Христос воскресе! Письма я ваши получила, за что огромное спасибо. Почитала, фото посмотрела, много интересного. Дай вам, Господь, терпения и духовной мудрости нести такие труды. Сразу хочу сообщить о себе. Зовут меня Елисавета, мне 46 лет, живу в Греции, замужем за Василием, у нас 2 детей с разницей в 20 лет. У нас 2 духовника, один рядом и нас исповедует, а другой старец на Афоне. У нас своя работа. Работаем мы по 12-14 часов в сутки. Работаем, чтобы выжить в сегодняшней Греции, так как вся Европа ополчилась на православную страну. Вечером, насколько получается, уделяем время детям. Я рада, что вы приняли мое предложение дружбы, за что спасибо большое. Я всегда читаю все, что мне присылается, но, к сожалению, не всегда отвечаю. Это просто от нехватки времени, от того, что очень долго пишу. Я новичок в компьютере. Мне будет жаль, если вы обидитесь. Храни вас Господь. Вот посмотри на них, как они смотрят, какие. Павел Бочков, вот о котором я сегодня говорил. Доктор богословия, Московский патриархат. С генералом сфотографированный. И вот он обо мне как раз сказал. На Игнатия нападает, говорит, а 1000 людей, которые пришли в Московскую патриархию, благодаря его трудам. Вы почему мимо-то проходите этого? Получил, посмотрел, хорошо там у вас, считаем все. Вот коротко ответил. Юлиан, жив, получил и смотрел. Спасибо Бог. Христос воскресе, радости моя. Добрый мой человек, мы вам очень признательны, благодарны за ваши труды и заботу. Просматриваем и изучаем жизнь вашей светлой и трудолюбивой общины. Восхищаемся вашему боголюбию и радуемся за вас, дорогие возлюбленные во Христе братья. Ваш труд не напрасен. Укрепление вам и многое лета всей вашей боголюбивой семье. Христос воскресе. Мы живы Духом Святым. Слава Богу за все. Ну, что тут не так? Вот, даже могу чуть-чуть увеличить. Анна Ромара, Италия. Вот она стоит. 2 мужчины с бородами. Фото замечательное, то есть у нас. Как будто вы живете на другой планете, а не в России. А вы считали в сообществе «Царь грядет»? Там 3 статьи о том, что Антихрист явлен. Хотелось бы вам ваш комментарий. Я отвечаю, я уже говорил, что гипотез не сочиняю. Исаак Ньютон так говорил. Не явлено еще и не нужно ускорять. Валерий Герасименко. Вот это мужчина. Сколько серьезности здесь. С бородой, нетронутой. Там иконы у него стоят. Застегнуты. Вот православные. Я рад, что имею в твоем лице, Игнатий, учителя для себя. Твои стихи и прозу часто помещал в сообщество за нашу Родину. Форум Андрея Кураева был для меня высшим судом совести каждого, кто к нем участвовал-то. Но я понял, что мне не хватает правды, которую я пью из твоих посланий. А теперь из твоего форума. Это форум у нас такой. А фото сделали меня свидетелем вашего богоустроенного и богоустроенного общежития в деревне Потеряевка. Ведь это такое откровение. Спаси Господи, Игнатий. Владимир Еремеев. С чашечкой сидит, расстегнутый, безбородый. Мир вам! Все классно! Благодать пресносущая. Это другой. Спасибо за снимки. Если можно, то присылайте их по 3-4 за раз. Не больше, потому что с моим интернетом не все открывается. Я заметил у вас свойственную всему христианскому миру тягу к обличениям и осуждениям по Слову Божию. Все это верно. Но что, по-вашему, есть мир Божий? Ведь не все же могут сразу очиститься от страстей и пороков, чтобы жить по закону Бога. Как хранить мир в своем сердце при обличениях и осуждениях-то, за которые приходится расплачиваться покоем и миром в душе? Спасибо. Ну а как же, обличают. Ясно, что мир теряется. Александр Жуков. Вот он стоит со цветами. Ну вообще тут. Приветствую, дорогой брат Игнатий. Благодарю за все сообщения и фото. И поверьте, рад,
как-то за вас всех там и хорошо, что еще и видно. Слава Богу! Благодарю вас, благодарю, с Богом!» Светлана Мещишина, вот она стоит. «Фото ваше смотрю с огромным удовольствием и считаю ваше послание потрясающе. То есть в моем мире 21 тысяча наших фотографий. А вот насчет Корана и Вед вы классно написали. Если позволите, употреблю при общении с возвеличивающими Коран или Веды». 27 апреля 2011 года. Это тогда переписка была, я из архива беру. «Воистину воскрес! Аминь! Храни вас Господь, вашу семью, ваш дом». Восклицательных знаков сколько. Татьяна Духина. «Спасибо вам за замечательные фото и слова назидания». Светлана Мещишина. «Огромное спасибо за труд ваш во славу Господню, за проповедь неповрежденного Евангелия. Всех, всех, всех благ всей многочисленной семье вашей, я имею в виду всех тех людей, которые живут с вами в стане». Сергей Даниленко. «Молодец, что живете». Отец Александр Кузнецов. «Христос воскрес! Спасибо, Господь, сил, здоровья, благодати». Мария, Маришка. Вот она, Маришка. В шляпке. «Спасибо, я все считаю, смотрю, с помощью вас духовно развиваюсь». Вот она еще пока только развивается. Может, потом одежду наденет тут. Краситься не будет, глаза подкрашенные. Маришке трудно. Вот тут памятник. Раил Азнаев. Вот он стоит. Фотографии какие. Ну, представьтесь, какой-то... Что это, скажете, в одноклассниках, что ли, будет? «Приветствую вас, дорогой брат. Я постоянно читаю ваши проповеди. Я служу татарам и башкирам и получил очень многое от вас. Мир вашему дому!» Вот. Вот они знают, что получил татарин и несет Слово Божие, у нас берут. Берут целые проповеди. Вот иногда даже у Кураева, там, у Осипова, они говорят прям слово в слово. «Это что, у вас берут они, что ли?» «Не знаю, но...» Вадим Петрович. Вот он. Вадим Петрович. Щетина у него. «Христос воскрес, дорогой Игнатий. Ваши материалы считаю. В своем ЖЖ недавно разместил пост воскрешения Руси. Помощи Божией вам в трудах во славу Бога и Святой Руси». Наталья Вещерская. Вот она какая. Ох, какие волосы она взбила. Нравятся они ей. Да волнистые. Улыбки. Крупная какая-то ромашка. «Я все внимательно просчитала и просматривала. Интересно очень. Спасибо вам большое». Наум Борщуков, Грузия. Вот он, семья его. Это дети, внуки. Ну, Грузия. Вон сколько их тут все сели. Ребятишек куча. А кого он стоит, вот он. Это мой крестник, еврей. Еврей в моем доме обратился. Это чего-то стоит? Поручение с патриарха Ильи. В Армении там храм везде ездит. «Христос воскрес, как будто побывал с вами. Прекрасное фото. Я бы тоже ходил с вами строем. Люблю голубей, они прекрасно летают. На крыльях веры в небо подняться и пребывать вовеки с тобой». Вот что интересно, сейчас в Барнауле, статья за статьей в вечернем Барнауле, городская газета идет, о том пропагандирует голубей, чтобы разводили. Это положительное влияет на детей, на людей, на всех. А у меня три голубятни. Вот до этого-то, ну, там выступает один председатель или кто. Это голубями занимается, это люди считают чокнутые уже, все. От нее, что от него там? Ну, бывают такие мясные по килограмму, остальное, это же не свинья. Кристина, Франция. Вот она сидит, Кристина во Франции. Ох, какая сидит. «Спаси, Христос, за фото и за сообщение. Христос воскресе!» Вот, Кристина. Пожалуйста. Она во Франции. Малютина фамилия. Малютина. Вот они туда уехали. Вот Алексей Загуляев. Он сейчас живой, член нашей общины. «Спаси, Христос, все получил, просмотрел. Христос воскрес». Еще больше нет. Владимир Пищиков. Вот он сидит какой, герой. «Христос воскрес! Мир вам, Игнатий Тихонович! Ваши материалы для меня очень важны. Я их не игнорирую и постоянно считаются мною. Благодать пресносущая». Это назвала себя благодать пресносущая. Ну, дерзновение, как воля Божья, там, этот был Царионов, Антеева. Ну, это не годится.
Я регулярно прочитываю ваши сообщения в первую очередь, как только вхожу в систему «Мой мир». Если вы успели отправить несколько сообщений с фотографиями, то самые нижние фотки могут не раскрыться, хотя я стараюсь не пропускать их. В любом случае, ваши удивительные стихи со сносками из Писания или без них, а также описание образа жизни и рассуждения о Божьих путях всегда под рукой, познавательно и питает душу и разум. Благодарю Бога за вас и молюсь за ваших врагов, чтобы они тоже стали подражателями вам, потому что их негатив только подзадоривает интерес к вашей личности не напрасно. Сатана, оказывается, точно знает свои слабые места и неразумно стремится их прикрыть, вместо того, чтобы покаяться и очиститься. Но всему свое время у Бога. Благослови вас всех Господь. Вот интересно, ну сколько заходят вот на форум у меня, ну обычно 3000, 300 за день, 400. Ну и все. А тут идут, лежу, прибывает уже 6 тысяч, в 20 раз больше. Я говорю, где-то кто-то против меня выступает. Нахожу рождественские чтения в Москве. Меня там костерят в Москве. Ого, там, и там это, Дворкин там все. В 20 раз за раз подняли рейтинг. Ну что, благодарю их вас всех. Олег и Оксана Кафурины. Вот они стоят. Он как какой-то этот герой, храброе сердце, вот английский или американский. Простите, что сразу ответили вам, видимо, не ответили. И по тем материалам и стихам сразу видно, что вы двигаетесь и служите в Духе Божьем. И радуемся, что есть те, кто не жалеет себя для Божьих дел. Ясно, что это православные так не напишут. Да благословит вас Господь и даст силы мудрости, чтобы исполнить все, для чего Он вас призвал. Аминь. Если не сразу даем ответы, то только потому, что не хватает всегда времени прочитать сообщение вовремя. Вот, заходит Надежда Шадрина. Посмотри, Надежда, вот ты. Это, вот она, ребятишки ее, это дети. Надежда Шадрина – это ее муж, а это ребята. Спаси Христос! А Шадрина, вот это вот этот, который сидит, это племянник моей жены. Она под личностью Шадрина была тоже. Спаси Христос! Получила все ваши сообщения. Считаем, изучаем. Ну, а фотографии всем семейством просматриваем. Александр Крюков. В моем лагере был мальчишка, стал священником или сейчас диаконом. Посмотрите, орар у него. Христос воскресе! Все приходящие от вас считаю, когда появляется возможность. Так что, Игнатий Тихонович, не бросайте меня. Серьезный мужик. Как-то он говорил только, я забыл, 110 килограмм, кажется. Галина Семошкина. Семиошкина. То есть 7 очей у ней. Слава Богу за вас. Мне очень нравится читать ваши материалы, смотреть фотографии. Очень бы хотелось приехать к вам в гости и прославить всем вместе нашего Господа Иисуса Христа. Но пока в мечтах. Александр Бондарь, вы не думаете, что к нему доска упала на голову? Нет, это такой, это там магистры там все эти, американцы дали форму. Христос воскресе, полностью поддерживаю вас, Игнатий, стремлюсь жить в этом же, с мясом и алкоголем поступая, как и многие знакомые, аналогично. Александр Бедовский, фотографии какие, посмотрите. Добрый день или вечер, очень рад получить от вас письма и фото. Очень интересно, как будто окунаешься в другой мир. Вы меня простите, что не пишу. За 2 дня моего отсутствия пришло более 300 писем. И хоть я не православный, но материал, рассуждения, духовная пища очень ценны. С любовью к вам во Христе Иисусе, Александр. Я это все говорю этому, Сергею Добродееву. Он, кому это нужно, никому не интересно. И я ему сразу раз, и он больше никогда не заикнулся. Не полных 2 дня. Лидия Рогалева. Милый вы мой человек, мы с мужем вместе считаем, обсуждаем ваши материалы. Олег Фактор, фамилия Фактор, Израиль. Огромное спасибо за внимание, я все просматриваю и считаю. У меня тоже много писем в день приходит, и я все просматриваю. О, пожалуйста. Рима Нугуманова. Ну, что-то там восточное. Что она пишет? Спасибо, считаю все для восполнения духа. Продолжение. Елена Серебрякова.
Спасибо вам большое, что услышали меня и позволили прикоснуться к вашему сокровенному. Я все просчитала, посмотрела все фотографии. С умилением любовалась светлейшими детскими лицами. Но вы совершенно правы, нужно очень трепетно и осмысленно понимать все. Я желаю вам здоровья и благодати Божией. Сама же пойду своим путем. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Елена Серебрякова. Значит, она не православная, видимо, я что-то сказал. Дева Наталья. Вот Дева Наталья. Дева она или нет, не знаю. Сережки, стриженный волос. Доброго утра, Игнатий Тихонович. Целиком и полностью согласна с вашим размышлением. Удачного дня. Яна Суворова, я сейчас читала вашу ссылку про священника и рыдала. Неужели такие батюшки бывают? Наш приходской батюшка, наоборот, смеется над нашими проблемами, говорит, фантазия, отказывается исповедовать, причащать, соборовать. Я написал про священника, который все делает, и она плакала. Лариса Кочкина, вот она какая, со цветочками, корзинкой, яблочки, улыбается. Благослови, Господи, мир вам от Господа, сокрушившего силу врага и водрузившего для нас победное знамя креста. Христос воскресе, православная. А по одной букве можно узнать. Истинно так пишите, мне лично полезно посчитать ваши послания. Хотя у меня мало свободного времени, но я не пропускаю ваши сообщения. Спасибо вас, Господи. Радости вам и всех благ. Светлана Мещишина. Вот она опять. Ваши письма я все считаю. Мне очень интересна позиция человека православного, но знающего Писание, а не трактующего все и вся, исходя из учения отцов церкви и тому подобное. Стихи мне тоже нравятся очень. Фото я ваше смотрю, замечательное, жизненное фото. Еще не нашла я ни одного послания вашего мне, против которого восставало бы сердце мое. Спасибо вам за ваш труд. Не всегда отвечаю, не потому что некогда ответить или не считаю, а просто понимаю, что и ваш ящик засорять, это не совсем правильно. Благослови, Господи. Самира Тагиева, Азербайджан, мусульманка. Посмотрите внимательно. Вот которая ребенка держит и которая сбоку. Мира вам! Ответ на ваше замечательное письмо. Все правильно. Я согласна с вашей миссионерской деятельностью. Это призвание, слава Богу. Жена муллы. Мы у них ночевали. Два высших образования. Разговаривает на четырех языках, а муж на шести. Много у нас таких найдется. А мы ночевали у них, и там ролик снятый, здесь видно. Валерий Герасименко опять. Я удивляюсь вашему творческому потенциалу, и все присланное вами хранится. Но как я пересматриваю все разнообразие почты, выбирая необходимое для себя, так же я беру у вас то, что мне нужно. Многое мне знакомо, и потому одно я повторяю для себя, а другое же изучаю, как и с моим миром. Что мне дорого, я оставляю на мире, что знакомо, просто повторяю, и оно уходит. Постоянно в поиске ищу ответы на свои вопросы. Ни ВКонтакте, ни в живом журнале меня не интересует. Почты бывает столько, что на ее разбор иногда уходит почти целый день. Делюсь на такие интересы, которые могу переработать в течение нескольких часов, а именно новое сообщение, почта, форумы, сообщества. Если есть свободный час, смотрю и слушаю любимое. А иначе бы я не принимал предложение к дружбе-то. Люди – источник всего ценного, что у меня есть. Раила Знаев. «Приветствую, дорогой брат». Я полностью согласен с вами. Благослови вас Господь в вашем начинании. Мир вам и вашим близким. Слава Иисусу за вас. Вот как. Михаил Домнич. Приветствую вас вновь и благодарность Господу за ваш труд. Посетил те ссылки, что вы указали, и загорелся от прочитанного там, слава Богу. Рука его не оскудела, делать или мало, но они есть, дай Бог вам здоровья. А теперь ближе познакомились, он с бородой, принял православие. Обильных вам Божьих благословений в вашем служении. Виталий Мухаметжанов. То раздетый до трусов и сидит где-то как у колодца. Спасибо за проповеди, за мудрые стихи, за фото. Я очень рад, что добавили фото. Это просто отлично. Еще бы вам добавить видеоролики жизни вашей местности и службы, было бы прекрасно. Аминь. Видишь, он какой сидит? Серьезный мужик. Наталья Вечерская. В брюках,
темных очках. Спасибо вам, Игнатий, за прекрасные фотографии, дарящие доброту и улыбку. Вот тогда было немного, это в 2011 году, там, может быть, сотни две, а сейчас 21 тысяча. То есть у нас все время работает. Владимир Еремеев. Еще ваша церковь понравилась, ничего лишнего. Аминь. Красивая деревня. Иван Гонарщук. Отец Игнатий, фотографии очень красивые. Я желаю вам всем счастья, здоровья и удачи. Надежда Солоницына. Потеряевка – настоящая Русь. Вот журналисты едут. Такое на Руси мало осталось. А Русь распродали. 95% сырьевыми ресурсами владеют иностранцы. Благодать Пресносущего. Спасибо. Как же это приятно готовиться и красиво отмечать Божьи праздники. Это воспитывает молодежь, наполняет душу старства особой радостью и благодатью. Ну, это она писала. А Оксана Богданова. Какая у вас там красота и детки на свежем воздухе. Хорошенькие. А что за птенец у девочки в ладошке? Ответ я даю. Дети высоко на голубятне с Виктором Савченко. И он дал им подержать голубенка. Благодать Пресносущего. Мир вам, брат Игнатий. Напомните, пожалуйста, еще раз о значении цветов флага по Библии. Не могу найти эти стихи среди изобилия постного вами материала. Я отвечаю, красное – это пропитанная кровью земля, красная полоса. Грех – согрешение Адама. Бытие 4.11. Синее – это небо. Числа 4.6. Помышление о горнем, а не о земном. Белый – Откровение, 20 глава, 11 стих. Вечное царство Бога. Великий белый престол. Лучше российского флага не было и не будет. Его нельзя лучше составить. В нем все. И земное, и божественное. Притом, в любой вере можно принять его. В любую историческую эпоху. Любой национальности. Вненациональной. Людмила Севастьянова. Это вам подарочек. Голоса птичек. Спасибо вам за фото и рассказ о жизни вашей. Да просто знать о том, что вы есть, и то уже делает мир светлее, сердце чище. Спасибо вам. Продолжение. Татьяна Коптева. Это за 2 дня пришли. Я перекопировал мой мир. Она стоит, там попугай в клеточке у ней. Ваши письма храню и пересчитываю, а мало пишу, чтобы не показаться глупой. Курочка по зернышку клюет, много ли это вам? Здравствуйте, отец Геннадий. Игнатий, получила такое душевные и положительные эмоции от прочитанного и увиденного фото. Вы правы, все, кто верит в Бога, действительно должны жить все вместе. Убрала у себя всех людей, кто меня доводит до плохих мыслей бесовских. Благодаря вам и вашим чистым фото, на которых чистые люди. Грязь везде, она есть и в Одноклассниках, и в Контактах. Кто любит ее собирать, тот ее найдет. Мне интересно все о православии, а остальное – пустота. Начало, спасибо, Господи, сделано. Галина Щетинина. О, видать, с нущатами она. Спасибо за хлеб духовный, Надежда Зотова. Такая радость и спокойствие в лицах. Теперь о жизненном. У нас можно приобрести вагончики – с евроотделкой на 4 человек по 80 тысяч для проживания временного. К вам же едут люди, пока строится это место жилья, а потом можно использовать как гостевые для проживания детей в лагере. Отвечаю, мы же настолько бедные, что научились из подсобного материала все делать сами, так что мастера дивятся. Кривые слеги, глина, солома, чем не египетское увлечение? Ну и вы зайдите в наш форум и в теме о лагере Стане все это увидите и показываю где. Все же загляните, не пожалеете о том никогда. Мы не можем даже сорванную бурей крышу с глиняных келей покрыть вовремя. Тут уж на наш пипер выбрасываем немцами, мы будем искать жертвователей. Дальше я о себе говорю, лагерь, что 53% детей совершенно бесплатно. Вот. А цена содержания в нашем лагере станет в 2-4 раза дешевле самой дешевой государственной путевки. Но они-то платят всего 10%, 90% профсоюз и администрация, а у нас все 100%. Я говорю, вот вы вовсе даже не поняли. Мы не просим, а мы даем. Мы в лагере Стане ни в чем не нуждаемся. У нас есть добрые помощники, и Господь нас ни разу не оставил. У нас ни голодных, ни раздетых, ни больных, ни печальных. Деяние 20.35.
Филиппийцам 4:8. 2 Коринфянам. Вот видите, сколько вот это таким написано. Ага. На красно тут не переведешь. Юрий Портовский. Считаю, анализирую, что полезное для души, копирую. Я отвечаю, вот вы уже дали о себе знать, большего я и не просил. Все остальное только от любви вашей. Воистину, Христос воскрес. Аллилуйя. Я пишу, простите, если дело так обстоит, как вы говорите, то выходит, что запросите дружбу снова, я готов вас принять. Омск, Благовест. Это, видимо, организация. Дорогой брат Игнатий, нас тут целая команда, поэтому мы успеваем и почту разбирать, и видео выставлять, и все остальное делать. Ваша информация ценна для нас. Не будем кривить душой, мы считаем не все, что вы пишете. Но мы уже заметили, что вы с нами в одном духе, несмотря на некоторые разночтения. Это, видать, не православное. Слава Богу за вас, за ваше служение. Знаете, что мы ценим вас как брата, как друга. И то, что мы не всегда пишем отзывы на вашу информацию, не означает, что мы вас игнорируем. Мы выполняем свою миссию перед Господом, а вы свою. Основная наша цель – нести Евангелие неспасенным людям, погибающему миру, а не заниматься словопрениями и пустыми спорами. Будьте благословенны. Александр Бедовский. Доброго времени суток. Вопрос, который я вот задам вам, волнует многих. Участились разводы среди христиан. Ваш взгляд на это. Почему христиане не могут сохранить семью? Я знаю людей, искренне любящих Господа, и все равно разводятся. Вот дальше я показываю, где ответ. Я говорю, ответьте, а почему у мусульман почти нет разводов, и все станет яснее вчерашнего? Владимир Пищиков. У матушки Юлии без изменений, говорит, тяжело. По всей видимости, это вирусное, потому что вся семья свалилась. Взрослый – это ничего, а вот младенцу в утробе может повредить. Матушка говорит, что отец Андрей, ее муж, спрашивал у нее за вас. Куда, мол, мы пропали? Она ответила ему все как есть. Он молча выслушал и не стал себя оправдывать. Мне ждать, когда он проявит себя или пойти с ним на контакт, матушка говорит, что не видит в нем пробуждения. И нас он, скорее всего, видит как дополнительный атрибут в храме. Люди стали спрашивать его о нашем уходе. Александр Чернов. Бритый в галстуке. Христос воскресе, Игнатий Тихонович. Помню, в 90-е годы пришли мы с супругой в Барнаульский Знаменский монастырь, а там увидели под куполом ласточек. Услышали их щебетание во время службы и ощутил тогда в душе какое-то подобие рая. Ну, дальше считайте сами. Вот как много. Одноклассники пишут, я теперь дальше провожу, что вот, посчитайте здесь. Это все за один день. Одноклассники пишут, Игнатий Тихонович Лапкин, один из уникальных проповедников нашего столетия. Речь пойдет об одном очень известном человеке, там это пишут, внесшем огромный вклад для Русской Православной Церкви. Это уникальный человек, православный миссионер, проповедник, имя которого Игнатий Ихшин Лапкин. Об интернетных моментах его жизни можно рассказывать много и долго. Мы вкратце расскажем о нем и его таланте. Дальше мою биографию берут. На DVD все. Комментарии Сергея, считателя. Вот просто посмотрите. Фактор с дочкой. Платят пенсию, сын больной. Я говорю, вы к ряду выставили 92 фото. Я вовсе даже не люблю путешествовать, но много ездил, как благовестник, и выступал в других республиках и в Америке много. А потом-то, после этого мы проехали всю Европу, до Скандинавии, Прибалтику прошли. Скандинавию, главное. О, сколько мы там потерпели. Ну, вот что делается. Светлана Мещишина. Я не стал фотографию ставить, это время отнимает. Вот интересно, Юра Резвицкий. Бритый. Крестик. Четырехконечные. Это уже не православные. Я живу со Христом. И вот дальше.
других христианских конфессий, протестантской конфессии. Конфессия – это слово «ересь». Это конфессия, деноминация – это слово «ересь» под ними. Вы сейчас слепые, что ли? «Ересь». Прикрыл сатана двумя словами. Какой ты ересь? Вот он говорит. Мне пришлось обменяться книгами с Корнилием, старообрядческим митрополитом на Рогожском поселке кладбище-то. И он написал, как много я нашел для себя свежего, полезного, интересного. Вот отзыв митрополита. Я отвечаю, что у баптистов нет истинного священства, и дальше переписка здесь. И дальше он, протестанты. Я ему говорю, вот, с переменой священства. Вот это я ему говорю, это моя, ну просто тормозните и можете просчитать, вполне можно просчитать. Он стал возноситься так. Вот три фотографа были без рук: Павел Федорович Каспришин, Андрей Николаевич, заслуженный деятель искусств, получил орден от Путина за фоторепортаж от «Алтайской правды», РИА Новости, Волобуев Александр Павлович от администрации края, снимает у нас 22 года. Лауреат многих отечественных и зарубежных конкурсов. Получал не раз гран-при за «Заповедник веры» и за «Потеряевку». Ну, проще, вот они трое в «Потеряевке». Виктория Потапова. Георгий Калашников. Марина Стуканова. Это она в раздевалке, видать. Вот она какая была. Владимир Еремеев. А Самира Тагеева показала, как у них в школе. Посмотрите. Кто не видел? Посмотрите. А, Роман, глянь. Вот Самира в школе как сидят. Посмотри, как руки у них, как одеты. Сравни с нашими. Как одна, все в платках, в хиджабах. Ну, да никогда это не сделать. Вот. Пожалуйста. Они учатся. Их берегут. И теперь класс показывает, где там ученика одного бьют, там насилуют, что делают. Он потом ружье взял, пришел, весь класс расстрелял. В Америке-то? Событие это было в Финляндии, что ли? Фильм такой поставили, поэтому. Ну, вдвоем они стреляли-то. Пошли туда. Он один, кажется. Но один сам себя застрелил, а тот остался. Как ее зовут, отец Игнатий? Чудо, слава Богу, мне так приятно было смотреть на девчат. Как хорошо вы делаете, что снимаете все это. Очень поучительно. Вот. Это внучка, говорю, это София Ахметова. Пишет, просто потрясающие фотографии. Не знаю, кто снимал, но у этого человека явные способности. Многие работы могли бы украсить фотовыставки. Миша Гуцул. Считать я уже не могу считать. Светлана Мещишина. Мира Солита. Жаль, что мои дети росли по-другому. Павел Бочков, здорово, очень хорошая фотография. А что за община? Чем отличаетесь от православной церкви-то? Чем? Я отвечаю, отличается жизнью, искренностью веры, деятельностью, молитвенным настроем, постоянно благовестничеством, уставом, строгой дисциплиной, братством, взаимопомощью и самоотдачей. И это не все. Вера во Христа по Святой Библии. Мы и есть православные. Наш правящий архиерей, епископ Евтихий Курочкин, Домодедовский, викарный у патриарха Кирилла. А это в нашей Потеряевке дальше пишу. Татьяна Головань.
Игнатий, я рассказываю о вас ребятам на лекциях. Они не верят, пока не видят материалы, живут в страшных разрушенных деревнях, стремятся в грязные города. У вас на фото лица людей, не знаю, как к Господу идти. Вы смогли, Иосиф Устинов. Это мой племянник, вот он, со свечкой. Считайте, только выказывание. Это я все отвечаю этому Добродееву. Это говорит, сколько стоит дом. Это Ромеро Анна в Италии переезжать хотела. Вот так. Это мы одну страницу только прошли вот здесь. А тут еще вторая страница, третья и четвертая. Вот это вот что показал, почту вот это. Это надо умножить в 4 раза. Это я часть, только малую часть взял оттуда. Вот, пожалуйста, интересно, неинтересно. Мой мир. Мой мир. Вот оно есть. Ирина Карпенко. Дальше я просто могу маленько прикинуть. Вот как я отвечаю. Светлана Крымская, вот интересно. Нет, Игнатий, мне важнее другие строки. Ты есть, и я перед тобой ничто. Ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт. Меня в себе отображаешь, как солнце в малой капле вод. Знаешь, откуда это? И чем заканчивается? Ты есть, и я уж не ничто. Вот она сидит. А я отвечаю. Да это Гавриила Романовича Державина. Вот, да Бог. Светлана Крымская-то, она в Санкт-Петербурге. Браво, Игнатий, вы мне очень симпатичны. А вот это откуда? Скорблю, что дух и разум не едины, что на добро надежды нет в сердцах. Скорблю, что создан человек из глины, замешанный на низменных страстях. Мы, смертные, пленяемся ничтожным и не умеем мы смотреть вперед. И в поединке истинного сложным неистинное счастье верх берет. Я и отвечаю. У меня вышло из печати 38 книг по 752 страницы, еще 7 в интернетной версии. Все они доступны на моем сайте. И том 26 «Открытым оком» — это 300 поэтов России от Ломоносова и Сумарокова до наших дней. 300 лет. Что сказали они по определенной теме о революции, о 7 другое, так. Эти вопросы отвечал в разных университетах, я где вел занятия, в милиции, по радио, по телевидению, здесь и за границей, где вел занятия. Своих напечатано 3467 стихотворений по 9 куплетов. А это вы привели. Это строки из Григория Нарикотсина вы прислали. И дальше я ей привожу. Она говорит, откуда? Я из Григория Нарикотсина, глава 23. Вот смотрите, считайте. Я ей тогда полностью даю. Она-то там 2 куплета. Я ей больше даю. Даже можно просчитать, сколько вместо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 куплетов. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 куплет примерно. Светлана Крымская. Сдаюсь и преклоняюсь. Жаль, что мы так далеко живем. Я бы с вами наверняка дружила. Но, как ни крути, я все равно человек нерелигиозный. К тому же полукровка. У меня отец был татарин, да еще и коммунист. Правда, я росла в семье мамы, бабушка. Была не просто религиозной, но истинно верующей. И Христова заповедь заложила мне, похоже, в подсознание. Так что я не слишком много нагрешила. Галина Кубайкина пишет. Или я пишет. Вот.
Уже несколько дней пытается выйти на вас Виктор Скуратовский. Просит с вами встречи по скайпу. Виктор Скуратовский, можно ли через вас договориться поговорить с Игнатием Тихоновичем по скайпу? Говорит, что не может до вас дозвониться. Вот его данные. Я говорю, Виктор Скуратовский отсутствует в моих друзьях. Узнай, сколько ему лет, где живет, что ему надо. Скажи, что я вам доверяю, как секретарю, переговорить с ним. И мой телефон свободен тогда-то, по стационару. Я отвечаю, с таким возрастом среди Виктора Скуратовских нет в моем пире. Что-то тут не сходится и потому настораживает. Узнай, что ему нужно, и тогда можем созвониться. Пусть на мою страницу выходит. Ну, кто знает там, что дальше было, как было и чем закончилось. И, ну, то есть троллики там уже пошли. Я отвечаю. Я ему отправила сообщение. Еще вчера вышел на меня один старообрядец, попросился в друзья. Его приняла. Он начал хулить церковь, священников всех. Я сказала, что убираю его из друзья. Он продолжает хулить, усыпился за двуперстие. Ему 15 лет. Не знаю, послать ему материал о крестном знамении или прекратить дружбу. Из него зло так и прет, шквал всяких дурных слов. Старообрядец, он невежественный. Я отвечаю, спроси старообрядца, скопируй вот это. Христос, апостолы, как слагали персты, где в Святой Библии это сказано? Вопрос, почему еще во времена святого Иоанна Златоуста крестное знамение совершали одним перстом, что подтверждает и Федор Ефимович Мельников? Когда принимали крещение Руси, то было в Греции троеперстие. Было? И как в Греции? Ну и дальше все это. Они грубы и самые свирепые, и даже среди сект лучше могут беседовать. Они покроют злобой даже мусульман. Ну, а теперь вот Галина Кубайкина пишет, я отвечаю, поставьте мне, пожалуйста, несколько фото. Это пишет с голубями. Ну, вот дальше. Вот смотрите, вот сколько я пропускаю сейчас, это какого, 21-го, 12-го. Года, декабря, чудесные фотографии Сергея, которые пишут. Не наш язык говорит это. Валентина Пивень. Вот считайте просто. Ну, я думаю, достаточно это, Нина Савицкая. Фотографии этих людей показывал, не стал, теперь только прокручу. Это только вторая страница. Вторая страница. Я перевел из моего мира. Я показываю, какой мой мир, и как люди нуждаются, и какая переписка. Вот Добродеева я. Все, больше он не стал писать. Это только одна страница. Вот даже написал один, зашел тут и пишет, Сергей. Очень интересная переписка. Да так по ролям раскрашена, очень интересно и удобно читать. Выкладывайте тут почаще, с удовольствием читаю. Вот он еще пишет. Ирина, я дальше продолжаю, Суханова. Интересная фотография с голубями. Ну еще Осипов с голубями будет, или там какие священники выступают. Ну ни у кого ничего нету-то. Ничего нету у них. И просто петь, как он, Симон, ходит по полям, там одну песню тянет. Ничего нету, сами себя рекламируют. А это жизнь. Это я нигде один не бываю. Новые люди обращаются. А еще не могут показать. Татьяна Алешина, хорошо, как глоток свежего воздуха. За все фотографии нахваливают. Я приглашаю всех, кто будет. Ну, не могу никак до конца дойти, Михаил Калимаев. Это вот все еще идет только вторая страница. Плакал от умиления. Очень тяжкий подвиг. Японец Наоми Уамара.
Вот как. Михаил Красильников. Тут кого нету? Мария Тяска. Георгий Мохов, Елена Сережкина, Татьяна Борисова, Светлана Крымская. Вот которая про стихотворение-то спрашивала, Григорий Нарикоти, вот пишет: Игнатия, спасибо. Вот выберу денек и пройду по всем вашим ссылкам. Спасибо, всего самого доброго. Какие вы все там молодцы. И вот сколько пишет. А Добродеев говорит: да, ничего не значит. Ну, пожалуйста. Ну, это нет, я просто быстро прокручу уже, никак нельзя. Вот это все писать. Ответы, сколько времени отнимает это, вот глядите. Это одна страница, повторяю, страница одна. Одна. Говорит, а это в Биробиджан, это на Благовестие мы были. А это вот ехали как Благовестие, тут карта, все разбираем. Батюшка. Батюшка, вот он стоит в синий. Ну, это в Тобольске. Это все одна страница. А это мы где? Порт Находка. Находка, вот где мы были. Дальше уже не смогли проехать, времени не было. Это все я кручу одну страницу. Ну, что? А это вот железные кони. Сергей подошел, за узду держит. А я сел в калитку. Кибитку. Не кибитка, а просто, как сказать, там, тарантас, это не знаю даже, как его назвать правильно. Вот смотри, сколько людей. Это новые-новые люди. Это только, это вообще невозможно сказать, сколько. Это все. Но я убираю это и показать наши ресурсы. Вот. И на этом конец. Пожалуйста. Мой канал, вот он. Ну, посещение, конечно, 300 человек с 50 за день было вчера. А для нас это цифра. Цифра. 9 миллионов 222 тысячи 217 просмотров и 9385 попутчиков. Ну, сейчас покажу я, что открою. Вот. Кто тут зашел по скайпу, еще хочет. Байкал умирает. Хорошо. Ну, а что скажешь? Слава Богу. Ну, и во свете Библии наш большой ресурс, православный библейский сайт. На этом сегодня все.